С 1 сентября новоиспеченных студентов закружила карусель учебного процесса. Семинары и лекции, контрольные и практические работы. Но ни один первый курс не обходится без посвящения в студенты. Наставший уже традиционным в нашем городе парад чайников отправились Надежда Неткачева и Игорь Ванчугов. День первокурсника – это особый праздник, который бывает только один раз в жизни. Поэтому провести его надо так, чтобы запомнилось на всю жизнь. Праздник первокурсников начался с красочного парада. В нем приняли участие около 1000 новоиспеченных студентов филиала Новороссийского медицинского колледжа, техникума экономики и права, сельскохозяйственного и электротехнологического техникумов, Славянского филиала Кубанского государственного университета и дебютанты праздника – студенты Анапского индустриального техникума. Впереди каждой колонны они несли символ своей профессии и, конечно же, чайник. У кого-то это был воздушный шар, а у кого-то ростовая кукла. Яркие колонны студентов на театральной площади встретил глава Славянского района Роман Синеговский. Он отметил, что студенческая пора – самое прекрасное время в жизни каждого, и прожить ее нужно активно и с пользой. Славянск на Кубани – молодежный город. У нас учится порядка 50 тысяч студентов, и сегодня 1000 первокурсников отмечают свой праздник. Дорогие друзья, я рад вас всех видеть, молодых, креативных, продвинутых студентов. Хоть вы сегодня и чайники, но завтра вы уже будете настоящие студенты. Дорогие друзья, я рад, что вы выбрали учебные заведения Славянского района. Я уверен, что гостям и жителям очень понравится учиться в наших учебных заведениях. Я уверен, что вы останетесь работать в Славянском районе, и мы еще о вас заговорим. В этот день для новоиспеченных студентов была подготовлена развлекательная шоу-программа «Песни и танцы», а сами студенты показали свое домашнее задание – молодежный флешмоб. На память о празднике первокурсников Роман Синеговский оставил подпись в импровизированной зачетной книжке, чтобы все экзамены сдавались легко и на отлично. А после торжественной части ребята дружно спели студенческий гимн «Гаудеамус игитур», а затем дали клятву студента. В этот день у каждого первокурсника горели глаза, ведь первые дни обучения в высшем учебном заведении самые незабываемые. Это очень классно, позитивно и очень эмоционально. Ощущения незабываемые, все здорово, все на позитиве. Если честно, я в огромном восторге, я очень рада, что я поступила именно в этот университет. Это просто незабываемые эмоции. В этом году в высшие профессиональные учебные заведения Славянска на Кубани поступили около 1000 вчерашних школьников. Впереди у них годы обучения, сессии, получения диплома и, конечно, праздники, такие же яркие и зажигательные, как День первокурсника. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов, Георгий Калинин. Программа «События».